Привет, друзья, с вами Сива. Итак, вышла эта игрушка на Windows 10 пока, которую многие геймеры на мобильных устройствах, на iOS-платформе ждали эту игру под названием Forza Strayed. И что это за игра, сейчас мы с вами увидим. Конечно, я уже попробовал немножко. Но скажу, что эта игра не для всех. Вот лично она не для меня. Хотя я в нее поиграю, но вряд ли я буду оставаться надолго, потому что, ну, игра сама за тебя играет. Сами посмотрите, вот гоночка. Дали мне два автомобиля. Это Ford Mustang и старенькая какая там была. Сейчас посмотрим. Старенькая машина, это, по-моему, Porsche старенький. Так, как мы тут продолжим? Вот. Вот он, этот Porsche. 944 какой-то. Я мог выбрать другую тачку, но сейчас попробуем на это и потом на другое. А тут подсказки идут, что нажимать. Так, нажимаем газ. Нужно в радиусе желтого вот этого держаться и нажимаем дальше газ. Когда у нас придет желтая линия, отпускаем газ. Вот сейчас будет желтая линия. Это как тормоз. Отпускаем газ. Потом опять что-то желтое. Дальше газ. Стрелочкой нажимаем на закис азота. И мы впереди. Опять тут отпускаем газ. Добавляем газ. Идеальный разгон. Опять нитро можно включить сейчас. В общем-то, игра с закрытыми глазами. Тут нету влево-вправо управления. Только не забывать отпускать газ, добавлять газ. Скучновато, честное слово. Ну, красиво, да, ночью вот, атмосфера такая вот красивенькая. И финиш. Сейчас попробуем еще пару тачек. Там зацените. Отпишитесь, если что. Норм, не норм. Хотя я ее, честно, и не ждал. Слышал, я думал, что будет действительно такая вот похожая в чем-то на Форзу. Хотя бы ту первую, вторую часть. А тут, ну... Потом посмотрите на Ютубе ролики, будут обзоры. Лично, как по мне, это... На уровне, ну понятно, мобильной платформы, но я честно не ожидал такое. Ну, на Windows 10 что ожидать? Так, я имею в виду Windows 10 из приложений Play Market или откуда она закачивается, я даже не знаю. Так, ну что ж, сменим тачку. Так, тут меняется. Я еще пока не совсем ознакомился, даже не знаю, куда нажимать. Вот вижу там машину и нажимаю. Какая-то сюжетка про Алисию. Я читать не буду, оно мне не надо. Так, продолжаем как бы вот двигаться по карьере. Так, вот видим вверху, вот мой Мустанг есть. Это я, по-моему, на желтом теперь буду. Или нет? А, это я поменял соперника. Ай-яй-яй. Надо было мне в гараж зайти. Ну ничего. Сейчас мы накажем Форда. Поехали. Главное не забывать тут. Так, я пока сзади. Вот уже спереди. Нет, и сзади. Отпускаем газ. Чтобы войти хорошо в поворот, добавляем.
Сейчас запись из ЗОСа добавили. Ну, Мустанг едет лучше. Вот мы его опередили. Добавляем закись. Отпускаем газ. Добавляем газ. Ну вот. А, ранний разгон. Ну, бывает. Надо попадать прямо на желтенькое. Вот так вот. Он сзади прямо. Он догоняет. Нет, не сдаемся. Такая. На приколе чисто. Вы победили. Несложно совсем. Так, продолжить. А ну-ка, я теперь на Мустанге. У меня есть он. Я, наверное, вообще улечу. Интересно, тут есть тюнинг хоть внешний. Так, поражение противника. Дают какие-то фишки, какие-то награды, баллы за испытания. Продолжить. Так, получите карты испытаний. Ну, попробуем получить. Так, я зайду в гараж. Ага, тюнингуйте. Можно тюнинговать. Вот она, моя малышка Ford Mustang. Тут настраивать можно, но зачем? Что настраивать? Она так и так едет. Едет запросто. Ага, тут красить можно. Ну хорошо. Синий, желтый. Вот такой вот. Ух ты. Ну. Ого, бордовый, желтый. Вообще, какого цвета Мустанги обычно? Я даже не знаю. Какая разница, вот такое идет. Еще бы и нет, синий. Я синий приелся так. Может, вот такой? Оранжевый. Модификации. Пока не открыто. Ага, тут все-таки, наверное, можно накидывать ништяки, как спойлера, я думаю. Это будет интереснее. Посмотрим потом. Так, возвращаемся назад. Так, применить тюнинг, выберите все наборы, выбираю, применить. Так, достигли нового уровня, надо возвращаться. Так, где же гонки? Так, мне нужно другой транспорт, зачем мне этот Porsche? Так, бесплатные кредиты, хорошо. Ну, давайте быстрее. Так, как же поменять тачку? Я так не понял. Это что? Ну вот, я выбрал эту тачку. Настроить. Я не хочу ее настраивать. Я хочу ехать. Назад. Так, получается, я ее выбрал. Значит, еще назад. Вот сюда, что ли? Ага, вот гонка. Так, что это? Что-то новое? Модернизация. Еще рано. Гонка. Да елки-палки, как тут гонку начинать? Я главное катал и так и не понял. А, вот компания. True. Вот. 28%, часть первая. Продолжаем. Тут же нажимаем, да? Или как? Да. Странная игруха, конечно. Ага, вот состязание. Понял. Вот. 170. Ага, первое состязание я прошел. 100. Вот галочка. 70. Второе состязание. Вот, теперь понятно. Сменить автомобили. Ну, сейчас попробуем сменить. Ага, у меня подтвердить Мустанг. Начать состязание. Начинаем. Ох, как это долго, муторно. Но ничего. На первый раз скатит. Я продолжить. Эх. Форза. Если тебя так можно назвать. Форза Стрит.
Да, не, это... Нет, нет, нет. Я играю на билочке там в одной игрушке, но там действительно физика и управление нормальное. Так. Газко. Поехали. Так, вот я на Мустанге. Ох, как он наперед уехал. Газко. Давай, давай. Ага, ну, сзади прямо. Ну, сейчас мы... Давай, давай, давай. Уезжаем. Ах, рано, 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 рано. Опять рано и рано. Газ добавил. Боялся, что догонит. Он не догонит. И финиш. В общем-то, скучновато, пацаны. На этом мы и закончим. Буду так для себя играть. Может, буду записывать еще пару гоночек, если появится тюнинг, чтобы поприкольнее выглядела тачка. А на этом все. Спасибо вам. С вами был Сива. Подписывайтесь, кто не подписался, кто впервые зашел, кто нашел мой канал. Ставьте лайкусь. И до скорых видео. Пока.